Ибо Слово Божье пребывает в вас, и вы победили лукавого. Аллилуйя! Он царствует в моей жизни. Он царствует в моем духе. Он царствует в моей душе. В моем теле. В моих финансах. В моей семье. В моей работе. В моем служении. При всяком моем входе и выходе. Иисус царствует. Иисус царствует. Скажи громче: Иисус царствует. Скажи с верой: Иисус царствует. О, Иисус царствует. Иисус царствует в всякой ситуации моей жизни, скажи. Вау! Скажи: Иисус царствует во всех ситуациях нерешенных. Иисус царствует. Не обстоятельства, не закон этой земли, но Иисус царствует. О, Иисус! Иисус царствует! Иисус, Бог тебе говорит сейчас. Иисус царствует! Шакара моно сонту. Аллилуйя, шикара боро сонту. Глазами веры, тире воображения, ты познаешь, соединяешься с обетованием, с пророчеством, со сном, с видением, видя себя... Что такое воображение? Образ. В и образ, да? Два. Приставка. В и образ. В образе это значит воображение. Воображение. То есть, другими словами, ты входишь в образ Божьего обетования, которое Бог когда-то тебе сказал. И ты уже познаешь, ты уже чувствуешь себя там. И именно это и есть осуществление, глагол. Ты осуществляешь посредством воображения с верой. И рано или поздно ты думаешь, это идет процесс, когда, знаете, вот зародыш, да, и ты взращиваешь. Ты создаешь через воображение ты создаешь благоприятную атмосферу, чтобы плод рос. И рано или поздно он родится. Кто-то понимает что-то. Кто-то познает слово, не слышит, а познает. Это соединяется с этим словом. Это слово, которое соединено с тобой, именно оно способно принести плод твоей жизни. Слово, которое входит в одно ухо и вылетает в другое, оно не принесет тебе плода. Поэтому многие по 20, по 30 лет сидят в церквях, и ничего не меняется в жизни. Даже веки устроены Словом Божьим. Если Бог сказал, вы видите, что устроено? Чем? А что такое Слово Божье? Это не то, что вот Бог сказал. Что такое Бог сказал? Бог тебе дал видение, это Бог тебе сказал. Бог тебе показал пророчество, это Бог тебе сказал. Бог тебе дал сон, это Бог тебе сказал. И именно этим словом, персонально сказанным тебе через пророчество, видение, сновидение, Бог творит твою судьбу, брат мой, сестра. Прославь Иисуса. Итак, что ты культивируешь в своем разуме, верой, в своем воображении, и то, что ты видишь только ты в своем воображении, скоро, рано или поздно, увидят все. Иисус царствует. Скажи громче: Иисус царствует. Скажи с верой: Иисус царствует. О, Иисус царствует. Иисус царствует в всякой ситуации моей жизни, скажи.